Добренько. Всем добренько. Алло. Блять, меня окружили со всех сторон нахрен. Кто окружил? Да блин, там, сука, какие-то. Да, я не знаю. Эти. Алло. Да, блядь, там. Какие-то люди, там целая куча народу, блин, в той комнате. Они меня, блядь, окружают. Я хочу один жить. Ну ты, Алиджановна. Жош, я ржу не могу. Ты чё параноишь? Давай бахнем. Да постоянно приходят. Блядь, макаронавирус везде. Они, блядь, ни хрена, ни социальную дистанцию не соблюдают. Ничего не соблюдают, блин. До свидания, короче, будем заканчивать. Меня обложили, блядь, со всех сторон, нахрен. Сейчас буду заниматься производством видеоролика про микрофоны. Алло! Да к бабушке там, подруги, всякие там люди. Я не знаю, вот реально, макаронавирус, блядь, все эти социальные дистанции соблюдают. Эти, как их, повсюду больные, больницы, блядь, переполнены. Все насрать, все насрать, мы будем ходить в друг другу гости, как Кариша рассказывала. А вы знаете, итальянцы, они такие вот, они постоянно социальные, они постоянно к друг другу ходят, и им на все насрать. А у нас прям по-другому, у нас не ходят к друг другу, у нас не социальные. Точно так же всем насрать. Сколько бабушке лет? 80 лет. Да, я не знаю. Они все уже перезаражались. Мать у меня заразилась, у нее тоже не было нюха, там вот это все, вот эти все болезни, там вот это все, запахи пропадают. У нее уже у самой было. Бабушка вообще каждый день кашляет постоянно. И у нее тоже там, может, она тоже заразилась. Я не знаю, они все друг друга перезаражают скоро. Я им говорю, чтобы они вот эти заканчивали свои вот эти походы, блядь. Всякие вот эти встречи постоянные, вот эти все распития, блядь, коньяка и прочего говна, блядь. Но и они не слушают меня. Их годы с алкоголем должно пора. Ага. Там за стенкой, вот за этой, где плазма висит, живет одна соседка. Она буквально раз в неделю так точно приходит с бутылкой коньяка. И они с бабушкой там сидят либо у нее, либо здесь сидят и распивают коньяк. Постоянно коньяк распивают. Вот с этой соседкой. А ей, она это, ей лет 60, короче, она помоложе ее. И постоянно с ней пьют коньяк. А еще у нее какой-то с недавних пор мужик живет. Я его два раза встречал, очень сомнительной наружности. Хрен его знает, кто он ей. Но, походу, это какой-то нелегал там живет. Потому что же я придвинулся, чтобы они не слышали меня. Они все слушают. Я не пью коньяк. Ну, в комнате не у меня, а в соседней распиваю. Алло! Может, он квартирант у него какой-то, блядь, типа деньги и платит, нахуй. Бабушка, кстати, Санька постоянно зовет, когда его коньяк пьет, короче, с этой соседкой, распивает коньяк. Она заходит, короче, в комнату. Она знает, что я-то вообще не пью. Она мне никогда не предлагает. А Санька знает, что он тот еще бухарик.
И это самое, всегда ему: «Саша, у нас там коньячок, ты выпьешь с нами?» А он-то... Ну, еще и под нос там скажет там. Она его не понимает, она всегда мне говорит. Он когда уходит, она сразу говорит: «Я не понимаю, что он у тебя вообще говорит. Ты хоть его вообще понимаешь сам-то?» Он постоянно такие... Ну, она вообще не понимает, что он говорит. Он говорит: «Саша, у нас коньяк, ты что отказываешься-то? Выпьешь с нами?» Но он иногда вроде соглашается. Зачем меня слушают? Я ебу, что ли, зачем они меня слушают? Зачем-то слушают. Там, блядь, дверь эта смешная нахуй там, блядь. Я ее уже и проклеивал шумкой, она все равно пропускает звук. Алло. Электроника СССР — это начало стрима. Продолжение уже другое. Ну ладно, будем сейчас закругляться все равно. Сегодня маленечко такой необычный стрим. Бомбануло меня, блин, по этой электронике уже. Замучило все. Матери сколько лет? 60 лет ей. Не 60, поменьше-то. Поменьше. Где влог, где катаюсь на великах, да, с Саньком. Короче, ладно. Ладно, до свидания всем. До скорых встреч, удачи, пока. Блять, они идут сюда. Я занят. Они идут сюда. Блять, они идут сюда. Блять, короче, надо закругляться, там пиздец. Сейчас пойду разведывать обстановку. Блять. Ничего, завтра, завтра постримим, завтра поиграем в игру. Этот самый. Завтра поиграем в игру какую-нибудь. Орден 1886 поиграем. До свидания.